Ребята, и я! Офигенная погода. No? Yeah? Ребят, мы сейчас все едем на машине, все вместе. Правда, сегодня такой дождь, но надеюсь, все будет круто. Мне, знаете, такого-то мы сейчас находимся в Gallery 84. Здесь классное место. Находится прямо возле аэропорта Инчон. И здесь можно, как вы приедете в Корею, сразу тут остановиться. Здесь очень классно. Разные домики есть. Вот там домик, там еще домики. Можно разные выбрать. Ну что, ребята, мы уже приехали. Смотрите, здесь почти все уже собрались. Тут у нас Диас, вот Дима. Тоже здесь друзья из Казахстана. Вот. Это просто офигенское место, чтобы тут остановиться и провести денечек. Смотрите, какая здесь классная декорация. Как красиво! Просто супер! Здесь у них еще и второй этаж есть, ребят, смотрите. Даже своя кухня. Ребята, здесь так классно. Можно вот так вот включить и краситься. Прямо тут. Ребята, это блюдо называется юкхуджан. Оно очень острое, но очень вкусное. Для любителей острова это самое то. Сейчас будем всем вкусненько кушать. Ну то, это вторая комната в галерее 84. Просто шикарно. Здесь можно прийти с большой компанией. Вау! Как аккуратно разложены полотенчики. Тут спальня. Супер.